Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами известных художников. Сегодня я хочу познакомить вас с Бенджамином Уэст. Бенджамин Уэст – англо-американский художник, известный своими крупномасштабными историческими полотнами. Данные я беру из Википедии и различных других интернет-изданий. Родился в Спрингфилде. В семье трактирщика был 10-м ребенком в семье. Позже семья переехала в Ньютаун-сквер, штат Пенсильвания, где его отец владел таверной, до сих пор существующей в городе. Уэст говорил, что когда он был ребенком, индейцы показали ему, как писать картины, смешивая глину с берегов рек с медвежьим жиром в горшке. В живописи Уэст был самоучкой, работал в Пенсильвании, рисуя по большей части портреты. Когда он бывал в Ланкастере в 1756 году, один оружейник предложил ему написать полотно «Смерть Сократ» на основе гравюр из древней истории Шарля Ролена. В результате работа, которая значительно отличалась от оригинала, названа самой претенциозной, интересной картиной, созданной в колониальной Америке. Американский священник Уильям Смит, бывший в то время ректором колледжа Пенсильвании, когда увидел картины, решил оказать ему помощь. Он предложил ему начать обучение и начал знакомить богатыми и влиятельными людьми Пенсильвании. В 1756 году Уэст отправился в Филадельфию для обучения живописи. Там он познакомился с Джоном Уоллстоном, художником, эмигрировавшим в США из Лондона. Изучал технику Уоллстона по написанию переливающихся шелковых и атласных тканей. Он также перенял некоторые манеры его письма, в частности, изображение людей с большими миндалевидными глазами, что оценилось клиентами. Он был близким другом Бенджамина Франклина, написав его портрет. Франклин был крестным отцом второго сына Уэста Бенджамина. Работал в Нью-Йорке, сдавая портреты. Через некоторое время совершил поездку в Италию, посетил многие итальянские города, изучал искусство. Конечно, это позволило расширить тематику его картин. В Италии он создавал копии картин Тициана, Рафаэля. В 1763 году переехал в Англию, поступил на службу королю Георгу III, написал портреты членов королевской семьи, создал два портрета самого короля. В Лондоне подружился с известным английским живописцем Джошуа Рейнольдсом. Вместе с ним участвовал в создании Королевской академии художеств, основанной в 1768 году. В 1773 году Георг III назначил Уэста историческим живописцем при дворе с ежегодным жалованием в 1000 фунтов стерлингов. Эту должность занимал до 1801 года, более 30 лет. Был инспектором картин коллекции короля. После смерти Рейнольдса в 1792 году стал вторым президентом Академии художеств. До смерти он работал над созданием личной биографии, стараясь выразить текстом в формате проблемы изобразительного искусства на данный период времени. Позже эта книга войдет в качестве учебного материала. Среди учеников Уэста американский художник Вашингтон Олстон, Гилберт Тюарт, Чарльз Уилсон Пил, Джон Синглан Копли, Чарльз Бёрд Кинг. Ну вот, собственно говоря, и все, наверное, что я нашел в интернете о англо-американском художнике, известном своими крупномасштабными историческими полотнами Бенджамине Уэсте. Все, всем пока, всем привет, до свидания, посмотрите картины, которые я нашел. Пока-пока.